Спасибо. Руль у вас наверняка проносит впервые, да? Итак, поехали. Вообще-то на моем чемодане 9 колес, не считая этого. Ой, это я сделал зря. Да, извините. Вскоре мы поехали по дьюти-фри. Чтобы рулить, нужно наклоняться. Он ездит на так называемых траках, маленьких колесиках от скейтборда. Куда наклонился, туда и едут. Дорогу? Ой, простите, мадам. Лучше бы он издавал шум. Привет, это будущее. Я тоже такой хочу. Вы тащите чемодан вместо того, чтобы ехать на нем до гейта. Извините. Спасибо. Его максимальная скорость 45 километров в час, но я так не разгоняюсь, потому что на такой скорости он не слушается руля. Нет. Ой, простите. Джереми, ты убил человека. О, черт! Нет. О, Хаммонд упал. Ау. Я специально. Упал. Наконец я приноровился к своему аппарату. Поворот с ручником. Хаммонд! Что? Я дрифтую на чемодане. Нет. Это скорее гоночный трек, чем магазин. О, черт! Засада. Кто-нибудь может? Где менеджер? Здесь все так и было. Мы можем выложить их заново или... Придется. Вообще-то я ударился ногой, впрочем, тебе плевать. Мне вот не плевать, когда ты получаешь травму в транспортном средстве, а тебе? Я реально ушиб лодыжку. Я... Не жди медвертолета. Ты врезался в шоколад. Вскоре мы решили бросить эту шоколадную гору и потратить сэкономленное время на выпивку. Простите! О, боже! Можно мне... Прошу прощения. Его тяжело остановить. Что ты будешь? Джин-тоник. Два джин-тоника, пожалуйста. Итак, это скейтборд. Да. С движком от дрели. Да. Питается от аккумулятора ноутбука. Да, да, ноутбук это... работает, вот. Неплохая идея. Нам нужно взглянуть так. Да, у нас было небольшое происшествие с Таблероном, и я убил человека. Убил. Но если не считать этих мелочей, мы неплохо справляемся. Когда мы вообще останавливались выпить в аэропорту? У нас никогда, никогда. Не было времени. Допив напитки, мы направились в лабиринт из коридоров. И я, наконец, дал волю своему чемодан-мобилю. Скорость! Едет как Тесла! Здрасте! Наслаждаетесь ходьбой? Тем временем Хаммонд решил воспользоваться траволатором. Да! Я экономлю аккумуляторы. Нужно лишь... О, нет, минутку. Как мне с него сойти? Дам задний ход. Я стою на месте, потому что дал задний ход. Будьте любезны. Назад. Когда мы вновь встретились... С дороги! То прибыли к гейту бодрыми и спокойными. Тут не на что смотреть, не на что. Гейт 88, Хаммонд! Что? Нет, этот! Здесь нет самолета!